В День Победы по Невскому проспекту с фотографиями ветеранов. В бессмертный полк по предварительным подсчетам войдут почти 400 тысяч человек. Жители Петроградского района в марш памяти по Большой Монетной улице отправятся уже 5 мая. По плану участники шествия займут территорию от Суворовского проспекта до площади Александра Невского. Официально колонны начнут формировать в 2 часа дня. Торжественным маршем они отправятся уже в 15:00. Когда передняя шеренга двинется в 15 часов, начнет маршировать, то задняя шеренга может сдвинуться только, наверное, часа через 2. Напомним, цель акции «Бессмертный полк» – сохранение семейной памяти о ветеранах Великой Отечественной войны. Стать участником шествия может любой. Для этого достаточно взять фото своего родственника, участника войны, жителя блокадного Ленинграда, труженика тыла или партизана и прийти на построение «Бессмертного полка». Сделать штендер, табличку с фотографией, можно за деньги в городских копицентрах, а также бесплатно, обратившись в администрацию своего муниципального образования. Между тем, жители Петроградского района на марш памяти отправятся уже 5 мая. Шествие пройдет в 3 часа дня на Большой Монетной улице.